Улица Челюскинцев, одна из самых неухоженных и грязных в то время, именовалась улицей Извозной. В 30-е годы в городе началась массовая стройка, возводились заводы и фабрики, но, к сожалению, чистыми улицами город похвастаться не мог. Тогда за дело взялась газета «Тагирский рабочий». Журналисты писали, испокон веков она славилась как самая грязная, неопрятная и запущенная окраина Тагила, требующая капитального ремонта. Они говорили об Извозной. Газета приглашала жителей улицы для обсуждения, как привести ее в порядок. Собрание состоялось. 1 июля проезд по Извозной закрыли. Там начались строительные работы. Так жители дали ей новую жизнь, а руководство – новое название. Нет больше Извозной улицы, есть улица имени Челюскинцев. А Челюскинцев потому, что в тот же год в Чукотском море затонул пароход «Челюскин». Команда из 104 человек высадилась на лед, они были спасены. В честь героев Арктики – Челюскинцев – и назвали улицу. Кстати, двое челюскинцев позже приезжали в Тагил, были на одноименной улице и остались довольны.